Итак, я редко в кадре о чем-либо говорю, по известным причинам. А причина следующая. Во-первых, не всегда есть возможность в спокойной остановке, в тишине поговорить. Но в этом случае я сделал исключение, остался вне рабочее в кавычках время и решил записать видео со звуком. Почему? Сейчас вы это увидите. Этот компьютер попал со словами «произошел взрыв». Так вот, что меня в нем удивило до такой степени, что я решил озвучить это. Ну, во-первых, вот этот разъем 220 у блока питания, он был просто выломан и приклеен моментом. Это первый интересный момент. Второй интересный момент заключается вот в этой открытой части, в которой крольчатка вентилятора была заблокирована его же собственным проводом. Третий вопрос заключается в том, что каким образом и зачем необходимо было снимать радиатор процессора и еще таким образом, чтобы умудриться испортить крольчатку вентилятора. То есть, иными словами, ее сколоть. Что хотели сделать данные экземпляры, остается загадкой. Но, тем не менее, и крепление радиатора сломано, и крольчатка. Возможно, ее хотели снять, крольчатку, вот таким способом, чтобы, как некоторые говорят, сдернуть для смазки. Это третий момент. А точнее, вопрос номер три. И вопрос номер четыре, самый коронный. Зачем понадобилось воткнуть питание от флоппи-дисковода в разъем SPDIF? Чем руководствовались люди, которые это делали, остается для меня загадкой. Я даже представить себе не могу в самой интересной фантазии, каким образом и зачем это сделалось. Вопрос номер пять. Я думаю, сейчас я увижу под этим радиатором. Ну, крепеж, как я вижу, сломан. И интересно посмотреть на состояние контактной площадки сокета. Задиров нет. Будем считать, что сюда никто не лазил. А теперь самое вкусненькое. Разберу блок питания и посмотрю, что и где взорвалось. Я на всякий случай в сторону отойду при включении. Посмотрим, цел ли блок питания. А блок питания дохлый. Ну, кстати, вот обнаружил еще один такой момент. Да-да, вот такой момент. Каким образом можно было сломать колодку? Тоже вопрос. Внешних повреждений материнской платы я не обнаружил, поэтому решил проверить ее работоспособность. А вот что самое удивительное в этой истории, это то, что здесь все исправно. Nobody business. Удивительно оказалось, что после подключения в SPDIF 12 вольт она взорвалась.